Всем привет! Все, приготовим пиццу по-быстрому в духовке. Ну что, погнали. Лаваш на дно. Сыр. Еще слой. Также сыр. Лаваш. Соус. Добавляем мясо. У кого что есть, у нас куриный рулет. И колбаску. Добавим перчик сладкий. Салатный лук слегка. Помидоры. Посолим. Поперчим слегка. Сыр. Отправляем в духовку на 20 минут. Ну что, прошло 20 минут, будем пробовать. Вкусно. Но, ребят, чем больше сыра, тем вкуснее. Готовьте.